O'zbek YouTube tarixida birinchi bor Professional Liga R3 Fighting Championship'lar jangi. Aynan sen ushbu ligada $3000 qo'lga kiritishing mumkin. Buning uchun sen Sankt-Peterburgda bo'lib o'tadigan shouga yo'llanmani qo'lga kirit. Faqatgina eng kuchlilar, faqatgina sher yuraklar g'alaba qozonib, asosiy sovringa ega bo'ladi. Barcha qatnashish istagini bildirganlar qo'shimcha ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, murojaat etishingiz mumkin. Sizlar bilan albatta bog'lanishadi. Imkoniyatni qo'ldan boy berma. Qo'shimcha ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, murojaat etishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlaringiz kayfiyatlar? Yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdan bo'yas? Prishol. Привет, меня зовут Александр, присаживайся, пожалуйста. Привет. Приветствую. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Имя, фамилия? Олимов Олимжон. Bizda keyingi ishtirokchi. Assalomu alaykum. O'zingizni ozroq tanishtirsangiz, o'z haqingizda ozroq ma'lumot bersangiz. Mening ismim Bekzod, Namangan viloyatidanman. Ibrohim Islomjon, Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahridan. Avazbek, Nelliyev Jahongirman. Men Gafforov Manusher. Manzalov Islom, Xorazmdan, 2001-yilman. Ismim Ulug'bek Abduhalimov, 1997-yildan Samarqand tumanida tug'ilganman. Mirzayev Ulug'bek. Samarqandliman aslida, Jizzaxda katta bo'ldim. Ismim Abror, 99-yilman, o'zim o'zbekman, Qirg'izistonlik o'zbekman. Bu turnirga kelishdan maqsad nima? Maqsad o'zimni chin dildan ko'rsatish, o'zimni kuchimni. Попробовать силу, тем более узбекская же, нужно прорекламировать как-то, пропиарить все равно. Вот я увидел Литвинда, да, Борнаш, типа шоу, хардкор. Тоже ничего, быстро подняли, развились. Также взаимно развиться, типа это... Как сказать? Вот это промоушен, да, ну, развиваться будет, соответственно, и мы как-то развиваться конечно. Не будем. Бізде мақсадымыз, что айнан ёш спортсменларге мотивация береш, имконият береш, бием қанақайындыр манулды имконият, да, конечно. Албатты. И медийный сларды біз раскрутка қыламыз, чунки сларды уже халқ, ну, көрішті бошылайды, балет қылышты бошылайды. Бұл бошқа нарса, да? Өзді аудитория зиғасыз, өйсіз любой кейін бошқа турнирларге, бошқа, ну, олады гон, ну, M1, Fight Night, оларге сіз қызық боласыз. Немаге ки сізді уже аудиторияз бұл. Көп промоушында шуны ішлайды. У кого аудитория, кто юлдуз, шалабыла. Авар мана, поп MMA-да етібор берген бөсез, көтарылген болла мана ушу мастер, пулеметчик, яна кем, куб-кубла. Да, их много, да, если прожить много, да. А моряк очень сильно поднялся, очень сильно, моряк. Конечно. Был ханай, попай мама, да? Да, да, да. Хозы, самый главный хоз мода, попай мама. Чунки, бьерды куталищем гонятлары, яна да, ну, да, много, просто много просто хороших бойцов, да, но они не развиты, шо? Конечно, конечно. Благодаря вам, да, развиваться будут. Худо хохлаца, бергали где сайт, когда усамыз. Welcome, чё я могу сказать? Худо хохлаца, салбатта. Чё, Нажимнаке? Ма да гуляйц, харайн гюлям кызык, бір-бірден кызык болла кет. Ма тош найтсам, кутма гандым, кюнчалик ма талантливый болла келады. Күрәп сарбыттасына одобы бошқача. Енді бұлар ринде өзіні көрсетші, яна бір бошқача. Енді мандай қыламызды, Рустам. Конечно, біз бұларға, мәне өзі, біз сіз өзі бітті ордан берілді, мәне кәтті бір іш қылдыз. Енді біз дәлші бұларды, давай, мәне ринде емейміз де. Біз хар біттасынан, біз психологически, қандай чықш керек бойға, нама қылынады, бойды, результаты қанақы болады. Бұларға айындық, яна бошқа психологически біз нәрсе берішіміз керейді. Бұларды біз обязательно береміз. Хар бітті адборге келген, хар бітті ашы шоуды, шерлер жаңынды участвует кладыған болаға, адденлі психологически подготовка болады, кроме тренировки. Агер бұларға ордам керей болса, заллар. Заллардан құберіп. Мана маскадан келген болаларға, мана залларымыз бар, мана синнойды 12-ден 2-ге дор кем кесе, мана бекерге тренировкасыны қылып, бойге тайлантқаны, тайланса болады. Енді, шөрден бір нәрсен мұқшыман, достар. Нәзім Нәке бұл аңчадан бері танышмыз. Нәзім Нәке айнан өзбек болларды тәрбиясы бұлан аңчадан бері шоғыланып келады. Енді, ман білгенім әке 3 ил. Оның ол бұяна қанча білмадым.
Çünkü musofirchilikda ota-onasi yok, bolalarni juda ko'p yo'llarga kirib ketishadi. Dini ekstremizm, yoki ko'cha, yok qancha-qancha o'ziga ishongan bolalar qamalib ketdi, yoki qanchasi yo'lni yo'qotib qo'yishdi. Aynan Najim aka, endi bor yana trenerlar, bular aynan bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishadi. Sport aynan eng birinchi sport musobaqalari garovi. Shuning uchun do'stlar Najim aka hozir shu yerda men iltimos qildim Najim aka bu turnirda siz bo'lishingiz kerak. Albatta siz bu ishda bosh-bosh bo'lishingiz kerak va bu ishda siz bilan birga boshlashimiz kerak deganim uchun Najim aka keldilar. Siz buning uchun alohida rahmat deb qolmoqchiman. Mana shu tempda davom eting. Bolalarni tarbiyasi bilan eng muhimi. Да, главный день, главный день. Да, Роллосаке, олдымызге қойган мақсатларды секен-секен амалға ұшырамыз. Спорт тұрғыландырамыз. Али, бошыда, сіз бұнарсан айткеніңізді проекті мен енді, Али, нема дейді, Али, сізге, сіз юзіден намақымасына мәлі келеміз, мәлі қыламыз. Ол екеген мен өзім, представляет кім оны, тісті представлене бойда қанақ өткізушілерге жауап бергенмін, білесе, бандай болады, хамыды қыламыз, хамыды қыламыз дедім. Ну, моно моментларын мен түсінбедім, осы мына моментларын көріп, ростан шунча талантлы балалар бар. Мен хамыс қараң, та? Зор, юваш, мысал, хамыс зор әлеге. Кімдір мыс қандай тіке? Хама тамондан, да, зор. Кайфово. Значит, мы правильно делаем, да? Зор нәрсе қылыпты, иншалла, да. Рок-н-ролл тарзыда ishlarda olib borish eng birinchi o'zimizga o'qish kerak. Ikkinchi sizlarga. Bemoli tarbiya tomonidan dedingiz, hali mana sport hali yaxshi tomonga boradi. Hali birarda hammasiga menda gapirsangiz ham vaqt bo'lmaydi, deyli bo'lmasam eshitmaydi. Har xil moment bo'ladi. Nu, lekin sportga 2 soat trenovka kelgan bolalar men ko'p ko'rdim-da, misol uni trenovkadan keyin uchrashuv bo'ladi, biterdi. Yaxshi yerda emas, eshitib qolamiz, aytishadi, misol. 2 soat trenovka o'tgandan keyin hali bola bormaydi, charchadim dedi, qo'y dedi. Ashi bormagan, ashi yerda yaxshi yomonlik bo'lgan. Ashu sport orqali ashu bola asirga bormagan, charchagan uchun, qaliyam tushunasizmi? Agar asirda borgan bo'lganda ashu bola yaxshilikka deydi. Yaxshilikka, ashinga buni prosto tez-tez sport zo'r narsa. Tinim qilish kerak, kirish. Uzr. Ozgina gapim. Da. Ketib qoldi. Ketini badan endi qadar. Emotsiyadan bu. Yaxshi yaqqaniga situatsiyadan. Da, da. Emotsiyadan. Do'stlar, buni uchun ozgina uzr so'rab qolamiz va keyingi ishtirokchini taklif qilamiz. Keling, yozdingiz WhatsApp'dan. Ishonsangiz, 4-5 marta yozdi. Qachon bori, qanday bori? Nima bo'lyapti? Kecha ham kelishga tayyordingiz, nasta? Da, da, da. Molodes. Birinchi o'z tanishtirsangiz, qayerdansiz? Men Sherif Akbar, O'zbekistondan, Qarshidan. Qarshidan. 1997-yil. Peterga qachon kelgansiz? Kelganman 8 oy deb qolish yo'lab bo'lmasdi. Nima ish qilasiz bu yerda? Morskoy portga ishlayman. Jonim, seriozmi? Nima ish qilasiz Morskoy portda? Ishimiz og'ir, nima desam, men aliment tushirgandan keyin taxta-paxta deganda sartarof qilaman, men bruz. Ha, chetdan kelgan yuklarni. Mana shu vagondan shu aliment shu shunday narsalarni tushiradi. Zo'r. Zo'r. Endi biz yana aka bu yerda bir menda o'ylab qo'ygan planim bor. Aynan shu bayetslar tushishidan oldin ну бойдан олды мини фильм қумоқчимиз да ҳар битта инсонни қаерда ишлайди нима иш қилади ну мини фильм 1 минутлик нима иш қилади қаердан келган мана шу нарсаларни ҳам айтиб нима деб ўйлайсиз яхши зўр ўзлар конечно булар учун ўта зўр да портда қанақа иш қилиш мумкин портда қисма нима қилган автосервис шаверма қани қанақа болар конечно bu xalqdan chiqib kelayotgan yulduzlar bularni ko'rsatishimiz kerak. Yana mana shu ishidan bular so'rab, vaqtni olib kelgan bular bolalar o'zi maladis. O'zi bu katta aytyapsiz, yana bir marta bu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Откуда приехал, если я давным-давно как бы из города Самарканда приехал в 2013 году в город Санкт-Петербург. А с Питера, Санкт-Петербурга, да? Да. А как в Петербурге я нахожусь уже как очень долго лет, 13 лет я заканчивал тут школу, также колледж и университет. Oh, вот. Этот проект откуда узнал? Я узнал этот проект через Инстаграм у Рустама. Зашел в историю, увидел. И появился у меня желание выйти в этот октагон и показать себя. Показать, на что я способен, и дать людям знать, кто я и что я.
Этот как раз вот эта львиная битва, это тебе даст шанс, хорошую возможность. Я есть лев самаркандский, я есть лев узбекский, как бы, и я покажу много что интересного и дам знать людям, что я и какой я боец. В дальнейшем я как думаю, мы будем двигаться дальше и больше, как бы, и завоевывать много титулов. Как я думаю, все у нас будет хорошо. У него цель поставлена, у него конкретно. Не только это шоу, он дальше как пропуском пойдет, правильно, да. Как я понял, да? Да? Это, не только с этим турниром я не буду останавливаться, а как бы буду дальше двигаться. Молодец, смог сходить. Идарист, как атлы. Вы же бір таныштырсайыз, қайырдансыз, кімсіз, Питерден не еш қыласыз? Алам, бәрін, ассаламу алейкум. Өзім ісмі Шәріфім Абдалов Шерзат. Özbekistan fukarasına, Özbekistanlı, Xoradın vilayəti də yaşayım. Yaşım 25-də, oyləyim mən. Neçə fərzəndlərdən? 4 fərzəndim. Təbrikləyəmə. Rəhmət. Fərzəndə uluğun arsa yox həyatda. Rəhmət, rəhmət. Peter-də nə iş qılasız? Peter-də taksi həydəyəm. Taksi həydəyəsiz. Yaşınız neçədə? Yaşım 25-də. 25-də. İndi qozu bu turnirə gəlişinizdən maqsadlı bilsək əgər. Turnirə gəlişimdən məqsəd birincisi məşhur buluş. Ustadım da məqamı. Birincisi məşhur buluş, ikincisi pul. Qanaral. Qanaral üçün. Başqası yox, fəqət iki tə məqsədim var. Bu doğru məqsəd. Məqsədiniz doğru. Çünki məşhurluğum, xudoq oqlası, biz kambuganımız yoxdur. Məşhur bölüb. Kambuganımız yox. Sizga ham xuddi shunaqa narsalarni tilab qolamiz. Bu turnir aynan sizda qala uchun, masalan, o'zini orzusini qayergadir amalga oshirish maqsadida yurgan bolalar juda ham ko'p hayotda. Biz agar sizga imkoniyat berib, shu imkoniyatdan siz to'g'ri foydalanib, o'zingizga auditoriya yig'ib, pul yutug'ini yutsangiz, bundan biz faqatgina xursand bo'lamiz. Aynan Najim aka, men bu narsadan xursand bo'lamiz. Chunki bizning maqsadimiz Özbek bolalarda sportga chanqoqligini bilamiz. Shu o'zbek bolalar sportda o'z o'rnini egallab, O'zbekistonning bayrog'ini yuqori ko'tarib yurishsa, faqatgina biz faxrlanamiz. Выступаю в весовой категории 61 кг. Родом из города Санкт-Петербург, представляю команду Action Force и своего тренера Казбека Магомедова. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Чем занимаешься? На данный момент я учусь в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникации имени профессора Бонч-Бревича. Но моя основная деятельность заключается в том, что я занимаюсь спортом, каждый день тренируюсь, готовлюсь к турнирам, выступаю на них. У меня достаточно обширный опыт в любительском ММА. Я являюсь призером первенства России 2017 года и призером Кубка мира 2018 года. Также достаточно большую часть моей карьеры занял грэпплинг. Очень много турниров по грэпплингу, как международных, очень много боролся в Европе, боролся в России. Ну, вот, являюсь чемпионом мира по версии IGF 2018 года. Чемпионат мира проходил в Вильнюсе, в Литве. То есть, получается, у тебя в основном грэпплинг. То есть, больше посвящаешь грэпплингу, чем ММА. Нет, я считаю себя универсалом, то есть как бы мне очень нравится ударка. Некоторое время своей жизни я уделял боксу, но также мне нравится бороться. Ну, универсальный боец, короче, это, да, как раз. Ну, это твое как раз русло тогда. Это львиная битва, это как раз. А сколько лет тебе сейчас? 20 лет. 20 лет. Получается, у тебя сейчас проф рекорд 0-0. Да, все верно. Я понял. Свободное время. Чем ты занимаешься? У тебя есть какое-то хобби там или еще что-то? Ну, насчет свободного времени, это... В свободное время есть только воскресенье, поскольку с понедельника по субботу у меня 2 тренировки в день. Но от свободного времени я просто отдыхаю, встречаюсь с друзьями, хожу в баню. Ну, в целом, типа, занимаюсь такими вещами, просто отдыхаю. А работаешь в день? Нет. То есть в данный момент не работаешь, да? Да. Семья, дети у тебя? Нет, у меня как бы есть семья, но нет детей. Я понял. А жена, да? Нет, не жена. Да, родители там сейчас. Холост. Да? А холост, да. Что ты хочешь от данного проекта и откуда ты вообще узнал об этом проекте? От данного проекта я узнал от моего менеджера Александра, который сидит справа от меня. В данный проект я пришел просто получить шикарный опыт, потому что как бы
Все знают ситуацию в мире ММА с учетом пандемии. Но вот, как бы вот сейчас есть возможность выступать, ее надо использовать, я считаю так. Все четко, все грамотно, цель есть. А вообще вот там про приз, вот это главное. Да, знаешь, сказать, самое главное, в промоушен идет приз $3000. Да, безусловно, это очень интересно для меня, как для молодого бойца, потому что все знают как бы условия как бы гонораров в России. Ну вот, и, собственно, $3000 – это достаточно большой гонорар для молодого бойца без рекорда. Получается, тебя зацепила эта сумма, и ты... Меня скорее зацепил сам процесс, нежели сумма. Конечно, это очень большой шанс многим спортсменам. Опять же, если вот взять, вот говорить вообще гонорары, да, гонорар, вот, главное, тренируйтесь, гонорар у вас будет расти. Вот сейчас Россия очень, именно по смешанным единоборствам, года два вот увидит, очень хороший на это выйдет. А расскажи, знаешь, что... Перспектива очень хорошая. Вот что ты в дальнейшем хочешь после вот боев? Вот ты как хочешь стать? Профбойцом дальше двигаться? Или как-то себя там дальше в плане медийности там раскручивать? Или... Моя основная цель – это стать профбойцом. Типа, в целом, как бы это моя мечта с детства. Ну вот, потому что работа в офисе и рутинная жизнь – это не мое. Ну вот. А в плане медийном, я считаю, что бойцы должны развиваться медийно просто для того, чтобы их как бы знала аудитория, знал народ. Это является огромным плюсом при как бы подписании в какие-то организации. А что вообще вот толкнуло тебя на пойти на ММА? Ситуация была достаточно забавная. В 7 классе меня начали зажимать старшеклассники в школе. Ну вот, и у меня был товарищ, который был достаточно крупный, мой одноклассник. Ну вот, и, в общем, который за меня постоянно впрягался. И в один момент мы решили пойти заниматься спортом. Ну вот. Изначально хотели прийти на тайский бокс, но попали в группу ММА. Сразу но... попали в ММА, да? Да. Первый у тебя вот тренировочная база, уже у тебя ММА была, да? Да. Изначально я пришел на ММА. Ну вот. И, в общем, ситуация была такая, что пришел мальчик в узких джинсах в зал с длинной челкой, и тренера думали о том, что я сольюсь через месяц. В итоге прошло 6 лет, и я до сих пор здесь. Молодец. Немножко про себя надо рассказывать. Имя, фамилия, откуда вы, чем занимаетесь? Я Ухунов Ахлидин. Ага. Я с России. Ну, занимаюсь здесь я, на учебу пришел, учусь я здесь, ага, в медицинском университете. Ну, еще занимаюсь спортом. Ну, любительским, но не профессиональным, конечно. Ага. Ну, вот, видел ваше объявление, хотелось... Поучаствовать, посмотреть себя. Показать. Да. Приветствуем. Еще такой вопрос. Где вы сейчас работаете? Я не работаю, я сейчас учусь только. Только учусь? Да. Ага. Понятно. Данному организации, да, вот, ну, какой планы? Ну, планы вступать в бой, посмотреть, там, как получится. Ага. Все. Если вопросы. Да, у меня вопрос такой. Сколько получается лет, какой рост и вес, в какой категории планируешь выступать? Ну, 22 года, вес 85 килограмма, вес 177. Ну, я хотел бы вот на этом весе выступать. 75. Что ты хочешь получить от данного проекта? Только бой. Только выйти на ринг и подраться. Показать себя, да? Да. Понял. А какой боец был бы интересен? На стойке или борьба? И это, и то. То есть универсал, без разницы. В случае, если вот чемпионом станешь, да, ты, получается, получишь $3000, да, у нас приз у турнира. На что ты их хочешь потратить? Ну, нуждающим. Еще не решил, да? Нет, только нуждающим. Мне не нужен деньги. Денег хватает. А, здесь? Первый человек, который не за деньги здесь. Это очень помогает. Меня зовут Бабабек, фамилия Джураев. Я узбекистанец, Сурхана Револиат. Я работаю в Мантуране. В Санкт-Петербурге. Шлеганки гендам. Кем бір достым. Залге барарды. Кем я не айттым. Узмам, Узбекистан тренировка вирал, хотя сам тренировка была сенде, Марат Балаев тебе да. Меня бортом была, да, мы гиандом, хам была ты гианда. Кем у яда, алтече тренировка голдам. Тренировка хоп, кем. Хоз Балаев та тренировка была сенде. Не, хазар хаджи Марат портив та. У я узаглах кетте. Лекин тренерлариз яхши, музо Балаев бузагер, мотиватор.
блин, вообще мощный адам. Алты тренировках гандым, кейин бир мусабақа чыккандым. 3-чи орунду алып келдим. Ошондон кийин өзүмгө ишонч артты. Артты кейин. Иште сал пасайтырдым, тренировка кылышым керек. Деп пасайтып өзүм стройкада иштейман. Ал стройкада иштейсиз. Стройкада. Стройкада иштейман. И тренировка кем кылат? Тренировка кем кыламан? Күнүс күн иштейман, кечасы тренировка кыламан. Эни Шердогуз бир сизге савол берсем да, мисол проф бойда сизди как Шердогуз барбы, жокмы? Бар. Нече? Жок, проф бойда жок да, любительскийде. Любительскийде бар да? Любительскийде бар, профта жок азырча. Иншалла шу бойдан кийин бронта Хажимурат тренер менен гаплашып койдук. Бир организация менен албатта шартнама түзөмүз деди. Меня зовут Эламан. Я из Кыргызстана, города Ош. Сколько тебе лет? Мне 23, рост 170. Дерусь на 62 в своей категории. Ну ты профессиональный боец, да? Да, я профессиональный боец. Какой у тебя профрекорд сейчас? 2-0. Как у Орлова у тебя? У Орлова, знаешь, у него тоже 2-0. Расскажи сейчас, пожалуйста, много о себе. Чем ты занимаешься? Мы же тут мигранты, мы работаем. После работы, как обычно, на тренировки приезжаем. Тренируемся, работаем. Ну все. А проживаешь ты здесь? Да. Леман, а во сколько лет ты начал? В Киргизии начал или здесь начал? Здесь, в 2016 году я. Только здесь ты начал, а в Киргизии ничем не занимался? Я там ничего не занимался. Но Киргизстан, знаешь, да, сейчас очень вот именно вот из-за ВЭФа много у меня спрашивают, ребята, а почему, говорят, из Киргизии очень много ребят выступает проф турнирах? Я говорю, знаете, говорю, это из-за ВЭФа, говорю, вот из ВЭФ очень многим, да, вот да. Подтолкнул многим ребятам, чтобы они вот так до такой уровень вот что выросли. А так ты здесь, да, а ты здесь начал, да, заниматься? Да? Я здесь начал. Расскажи, какие у тебя достижения сейчас в спорте в плане не рекорда, а чего ты достиг? Это 2016 год, очередной 20-й. Что я достиг? Какие-то, может, у тебя знамя там есть в борьбе? Там чемпион? Да, там, я много раз этот, по любительским боролся. Выступал, да? Выступал. Боролся или по боевой самбо? По боевым самбо и грэплинг, все, что надо было выступить. Получается, у тебя в основном стиль это идет ММА или это грэплинг? Что больше? Мне и бороться нравится, и боксировать. Универсал? Универсал, да. Универсал. Но в основном нравится со стойки зарубаться. Молодец, короче, ты больше ударник, тебе да, ударные, да, вот это нравится. Нравится. Но при этом у тебя уши оба уши ломаны, я думаю, ты бар такой хороший борец, да, да, базовый борец у тебя. А так вот в этом турнире, да, смотри, в этом турнире, и вот как раз тебе нравится ударник, вот если мы сейчас тебе найдем на 61 килограмм, угу. Лучше бы ты хотел бы ударником подряться, да, наверное, да? Да, чтобы получилось зрелищно. Да, понял, да, да, да. Все, я тебя понял. Расскажи, как ты узнал о проекте вообще, да, назвал? Я о проекте узнал от своего менеджера Александра. Смотри, вот что вот хочешь получить, вот самое главное, вот в данном проекте? Хочу забрать главный приз. А потратить? Потратить на что? Ну, потратить тоже на себя, на спорт. Саморазвитие. Да. Получается, у тебя в основном идет это деньги, популярность не очень-то. Главное деньги. Главное не деньги, спорт. Я хочу еще это. Проверить себя, да? Да, проверить. Еще на джиу-джитсу тоже нравится мне. Туда тоже надо ходить. Короче, ты конкретно универсал, я понял. Но при этом тебе нравятся ударки, но ты хоть и базовый борец, да. Ты джиу-джитсу, короче, да. На всех сторонах. А как ты вообще вот пришел в спорт? Можешь рассказать? Спорт. Как я прошел? Пришел. Вот первый тренер, вот мне всех Киргизстана тренеров я очень хорошо знаю. А я сам тоже из Киргизстана, да, вот. Я здесь всех Киргизстана, вот, ребят, тренеров знаю. Вот кто твой первый тренер был? Первый тренер Эмильбеков Жыргалбек. О, вон он, Жыргал, да, хороший Эмильбек. А сейчас в данный момент Хаджимурат Пуртиев и... Тоже очень хороший. Хаджимурат Пуртиев, кстати, является... Очень хороший тренер. Бойцом 4-0 рэкер. Да. Последний бой у него был в М1 с очень сильным соперником. Он подрался, выиграл его.
Не, у него еще, у тебя очень хороший тренер, Эмильбек, да. Евдюргалбек, вот Хаджимурат. Все хорошо знаем. Всех очень хорошо знаем, общаемся. Да. Желаем тебе удачи. Спасибо. Короче, вот это проект сделан. Да. Вот это проект сделан для молодых. Поняли? У вас все впереди. Выходите, показывайте красиво, да, вот поделитесь, вот тем более ты мог сказать, а дайте мне борца, я буду с ним взяться, буду лежать. Нет, ты говоришь, ты хочешь рубиться, да, с ним, ты зрелище, хочешь показать зрелище, да. Да, и получается, в дальнейшем что ты хочешь? Ты также хочешь продолжать свою деятельность, то есть идти дальше, да? Развиваться, получается. Если там не получится дальше ехать, то стану тренером. Ну, у тебя все получится, не надо, да. Говорить, знаешь, если все получится, тогда идем дальше. Ты сюда уже приехал, уже ты, уже у тебя получилось, да? Уже получилось. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет, вес, рост твой? Мне 29 лет, рост 171, вес 61. 61. Ты выступать хочешь? Какой категории? Вес, какая веса, дед? Какая весовая? Категория без разницы. Ничего, 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 ничего. 61 у меня. 61, все, 61 веси. Профессиональной карьеры нет у тебя, да? Или ты брал? Ну, профессиональной нет. Ну, я раньше занимался, таэквондо занимался. Не, а вот именно по ММА, как в бои без правил говорят, ты не выступал, по ММА без правил не выступал. А любительские бои много у тебя? Только по таэквондо, это давно было уже там, когда я занимался. Разряд какой-то есть по таэквондо? Черный пояс по таэквондо. Так, отлично. А так борьба у тебя, вот на борьбе как вот себе почувствуешь, если вот, на борьбе, ну, если человек с тобой будет бороться? Да. Или ты лучше будешь себя чувствовать на ударке? Ударка, да, стойка, да, я ошибаюсь. Да, да, на стойке, да. Ты понимаешь, да, что тут это не тэквондо, здесь ММА. Да, понимаю. Там, ну, полный может поэтому быть. Поэтому я сейчас вот, когда услышал, мне друг рассказал, что такой турнир идет. И я сразу начал уже, заниматься. А он хорошо знает борьбу, меня учит сейчас там. Я, знаешь, опять говорю, я ему сейчас сказал до этого, да, вот что это ребята, которые уже пришли, вот молодость, да, уже он первый этап, они уже по-любому победители. Вот для меня, вот он уже приехал, он здесь сидит. Он пришел, 29 лет, вчера парень мне пишет, говорит, я хочу прийти. Я говорю, да, да, проходите. А мне только 27 лет, говорит, мне поздно. Он мне говорит, а вот 29 лет сидит парень, пришел, молодец. И еще вот я вот Марат, про Марата Балаева, скажи, какой он? 41, он чемпионом стал. Да, он попал, конечно, когда ему был 37. Первый, да, вот. Молодым сбучку дает. Такой он дает, такой вот 40 чем-то ему, он такое вот делает. Иногда на тренировке прохожу, вижу просто вот. YouTube-да, өзбек YouTube-да, яна бір яңы глобал катта проект, бу шерлар жаңы. R3 Fighting Championship. Demak do'stlar, bu kompaniyani yaratishimga sabab nima? Eng birinchisi, bu o'zbek sportchilarga imkoniyat yaratishimiz. Ularni nima desam, tezroq yulduz bo'lsa, qancha ko'p podpishigi bo'lsa, boshqa turnirlarga, masalan, UFC-ga yoki M1-ga yoki boshqa turnirlarga chiqishi tezroq bo'ladi. Chunki katta boshqa turnirlarga popularni bayetslar ularga qiziq. Chunki aynan mana shu sportchilarga imkoniyat yaratish maqsadida qilinayotgan bir katta kompaniya. Demak, hozirgi kungacha men Instagramda reklama qilib o'tdim. Bemalol hamma uchun ochiq. Kelinglar, shu bizni turnirimizga qatnashinglar degan paytim 20dan ko'p sportchilar keldi. Ushbu videorolikni oxirigacha ko'rsanglar, aynan sportchilar bilan individual tanishib chiqasizlar. Hali biz отборочный turda olib boryapmiz, hamma bilan suhbat qilyapmiz. Kerakli bayetlar yig'ib olganimizdan keyin bu turnir boshlanadi. Demak, qaranglar. Masalan, bu turnir hozirgi kunda juda ham katta proyekt. Bunga естественно ko'proq pul tikish kerak. Chunki bitta oktagonning o'zi 380 ming rubl, do'stlar. Biz xohlagan oktagonni olishimiz. Undan tashqari bayetlarga va'da qilgan gonorarimiz bor. Undan tashqari lokatsiya, qanaqa joylarda qilishimiz, arenda, ну, va hokazo va hokazo. Shuncha ozgina cho'zilyapti. Lekin bizning kompaniyada bir aqlli, yosh, perspektivni bola bor. Aka, sizga bir taklifim bor dedi. Aynan sizni bilaman, shu AdinXpert reklama qilmaysiz. Demak, kompaniyaning aksiyasini qilib sotaylik dedi. Va bu aksionerlarga
выгодно было, то есть фойдали было, деп маңа отырып акцияны түшіндіріп берді. Хозы Алин өзін таклиф мохчыма акционерлерге, именно кім, манашы инвесторлерге, политикадыго инвесторлерге фойда тарафтыны хозы Али өзі подробный қылып түшіндіріп берді. Авалам, ассалам алейкум, менің ісім Махмуд Умрад Али. Бізаны хозыр инвесторлерге обращениямиз деймиз. Бу сизларга қайси томонлама фойдали? Бу фойдали. Мисол қилиб кўрсатиб ўтаман ҳозир. Оддий Марк Сукенберг Facebook'ning главаси. У биринчи ишини бошлаётган вақтида уйига сантехник чақирган эди. Уйига сантехник чақирди, сантехник пулини тўлашга пули йўқ эди. Сантехник ҳаққини тўлашга у айтди: "Давай ман санга ўзимни компания очяпман, стартапимни санга битта қисмини бераман, акциясини, яъни. Яъни акция, эшитасизми? Акциясини бераман. Мана шундан кейин компаниям кўтарилиб кетса, сан фойда қилишинг мумкин." Ойланды, ойланды, ха, майлы нима үчүн жок. Давай олды. Хозырги вакытта 1 200 000 доллар уни алган акциясынын нархы. Пресет кылыпсызлар, нече жылдан кийин билсем, зато 1 200 000 доллар. Оддий мисал. Экинчи мисал Apple. Apple'ны өзү бирданыга Apple деймиз, улар ҳам оддий гараждан башлаган, улар ҳам акция соткан. Уни ўша вакыт гаражда соткан акцияларын алган адамлар хозир катта-катта миллионерлар. Оз катта-катта миллионерлар. Хозир биз нима сизларга тавсия кылмокчубуз? Биз хозир чемпионшип, шерлар жангини очтик. Биз нима үчүн именно акция сатмокчубуз? Бизга фойда тарафы ё зарар тарафы, ё сизларга фойда ё зарар тарафы? Биз именно букмекерский контораларни реклама кылмокчу эмасмиз. Если муну болса, уже бизга заявление билан чыгышты, что биз сизларга приличный сумма берамиз, етерлича, расходларыңызды коплайдыган, баестан расходуну коплайдыган, мана шу боладыган помещениялар, аренда голуш, октагон олишларыбыз boshqa rasxodlarni qoplaydigan rasxodlarni to'laymiz deyishdi. Bizlar bu narsani xohlamayapmiz. Bizlar nima qilmoqchimiz? Boshqa tomondan yo'l topmoqchimiz. Bu sizlarga ham foyda, bizlarga ham foyda. Sizlar bizning aksiyamizni sotib olasizlar, ma'lum bir qismini, 10%, 5%, 2% xohlagan foizlaringizda. Masalan, bu sizlarga foyda tarafi, g'ijatda bir 1 yil, 2 yil, maksimum 3 yildan keyin uje sizlar bergan pullaringizni minimum 10% dan maksimum 100% gacha ko'paytirib olishingiz mumkin. Primer, masalan, sizlar 1000 dollarga qanchadir aksiyani sotib oldingizlar, oradan 3 yil o'tdi. Shu aksiyalaringiz уже 15 000 dollar, 20 000 dollar bo'lib ketishi mumkin. Sizga bir savol beraman. Nimani hisobiga aksiyalar o'sadi kompaniyaning? Aksiyalar o'sadi nimaning hisobiga? Bizning kompaniyamizni kattalashishining hisobiga. Bizning kompaniya kattalashaveradi, unga vlajeniya, unga keladigan ochiqchasiga aytaman, reklamalar ko'payaveradi. Shu reklamalardan o'sha odam foiz, necha foiz olgan bo'lsa, o'shancha foiz foydani oladi. Ўшанча фойз фойдан олади. Қанча бизда уже рекламалар кўпаяпти, бизда шоулар кўпаяпти, бизда баестлар кўпаяпти, баестлар бошқа компаниялар билан контракт тузибди. Биздан кейин ўшани номига рост ўсади. Нарх ўсади, рекламамиз нарх ўсади. Уларга улар берган бизга пулни нарх ўсиб кетаверади. Яна қайтираман, 1000 доллар берган акциясы, 1000 долларга сотиб олган акциясы 15 000 долларга айланиши мумкин. Эле мен сизга шуп савол бермоқчиманда. Aksiyani necha protsentgacha sotib olsa bo'ladi investorlar? Investorlar hozirgi bir martaga olishmi? Ha, yo'q, masalan 100% aksiyasini sotib olaoladimi? 100% aksiyani yo'q, aslo yo'q. Necha foiz aksiyani maksimum sotib olish mumkin? Maksimum 49% aksiya sotiladi. A, minimumchi? Minimum 1% dan boshlanadi. 1%dan. 1%dan 49% gacha aksiya sotamiz. Yana bitta shu yerda sizga savol bermoqchiman. Aksiyani sotib olish qanday bo'ladi? Hammasi yuridikski, podkovonni bo'ladimi yo'q? Hammasi yuridikski, uni nomiga, shaxs nomiga shaxs sotib olmoqchi bo'ladi. Shaxs o'zini pasportini danlar boshqasi unga registratsiya obязательно yo'q, yashash joyi Rossiyada unaqalar kerak emas. Uni главное pasporti kerak, uni nomiga aksiyani оформить qilamiz. Hammasi yuridikski, hammasi qonuniy. Unga nusxa tashlab beramiz, haqiqiysini keladi, договор tuzadi, qo'l qo'yamiz, u qo'l qo'yadi, договорni ikki nusxasi bo'ladi, bittasi unda, bittasi o'zimizda. Xohlagan vaqtda talab qilib biladi aksiyasini. Xohlagan vaqtda aksiyasini qaytarib olishi mumkin, o'zimizga qaytib sotib, o'zini pulini qaytarib olishi mumkin o'sha vaqtdagi summa bilan. Ya, o'zimizdan sotib olishimiz mumkin, keyinchalik. Shuna har taraflama investorga bu narsa qulay. Juda ham qulay. Judayam qulay. Keyiniga agar aksiyasini, masalan, puli kerak bo'lsa, agar aksiyasini o'zidan qaytarib sotib olamiz. Yo boshqa odamga ham sotsa bo'ladi. O'zini xohlagan narxida. Xohlagan narxda, masalan, 1000 dollarga olgan aksiyasini xohlasin 15 000 dollarga sotsin. Xohlasin 20 000 dollarga sotsin. O'sha paytga qarabdi. Tushunarli. Qo'shimcha ma'lumotlarni ekranlarda mana shu ekranlarda ko'rib turgan raqamlar bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat. Omadlaringizni sinab ko'ringlar. Bu chista biznes, foyda qilishlaringiz mumkin. Chista shans. Kam summadan ko'proq summa qilishlaringiz mumkin. Ertaga bir 5 yil, 6 yildan keyin bu narsa Amerikada rivojlanib ketgan biznes. Prosto bizga kirib kelmagan biznes bu. Amerikada rivojlangan biznes u. Har doimgidek O'zbek YouTube'da biz birinchi boshladik. Har doimgidek biz birinchi boshladik.
Do'stlar, Alina hamma gaplarni o'zingizlar eshitinglar. Demak, investorlar uchun ochiqmiz. Realni bu manda prinsip har xil bukmekerskik kompaniyalarda reklama qilish emas. To'g'ri, asosiy blogerlar bukmekerskik kompaniyalarda reklama qilib pul topishadi. Lekin biz hozircha hisoblaymizki, bu narsalar kerak emas. Shuning uchun o'zimizni kuchimiz bilan qilmoqchimiz. Bu narsaga o'zingiz hissangizni qo'shishingiz mumkin. Gazim bo'lsamiz